заключительный день, сегодня вечером уже уезжаю, точнее уже скоро. Зайти на пляж. Какой-то ветерок прохладный тут. Ой, солнце, ничего не вижу. Наруто. Здорово. Отдыхает. Вот как классно так сидеть и наслаждаться шумом моря. Время так проходит. Просто сидишь, загораешь вон, купаешься. Класс. Пока, морюшка. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся. И чем быстрее, тем лучше. Все, нам уже скоро уезжать. У нас тут полный разгром, сбор чемоданов. Часик остался, и нам нужно ехать. И здесь у меня закончилась косметика. Хочу вам показать, что тут у меня позаканчивалось. Вот такой вот кремик для лица. Это от Белиты. Флюид сияние с таким легким блеском. Ну, бюджетный дешевый крем ничего такого сверхъестественного не делает. Пена для бритья Арка. Люблю, обожаю. Всегда пользуюсь мужскими. Хималая вот такой вот малышка гель для умывания. Ну, тоже ни о чем. Умыться, в дорогу взять, в принципе, нормально. Так, это мои линзы. Это вот у меня закончился средство для линз Биотру, но мне не нравится. У меня с глазами потом начинаются проблемы, все щипит. В общем, не очень. Такой вот кремик Заживин. Покупала в фикс прайсе. Смотрите, он от много чего. И от ушибов, и обморожения, и ожоги, и сухость кожи. В принципе, неплохой. Вот такая вот водичка Валентина. Классный аромат. От H&M спрей. Для тела был с арбузиком. Ну, легкий такой аромат, ненавязчивый. В принципе, хорош. Здесь чистая линия, абрикосовый пилинг. Классный, обожаю, все его знают. Вот такой вот крем Солярис Белита. Ужасный, мне не нравится, но маленький объем, поэтому брала их в дорогу. Так, это у меня от L'Occitane был кремик для ног, миниатюрка. В принципе, крем хорош, но за такую цену как-то очень дороговато. Мне кажется, можно найти что-то более бюджетнее, где-то на одном уровне. Так, кремик, конечно, хорош. Здесь моя любимая водичка. И в Рошене Роли закончилась. Люблю ее, обожаю. Классный аромат, необычный. И Листерин у меня закончился. Вот такой очень сильно термоядерный. Вот этот вот мне не понравился. Очень сильно мятный. Прям чересчур мятный. А еще вот такая вот сыворотка закончилась с микросферами глубокого ретинола. Что-то типа мега-суперского увлажнения. Но на самом деле ничего она особо не увлажняет. Для сухой кожи абсолютно не подойдет. У меня кожа комбинированная, жирная. Но после душа очень сильно сушит. И она мне не сильно помогает. Так что не понравился мне продукт от Белиты. Больше покупать точно не буду. А, и еще вот закончился вот такой вот у меня Фруктис Гарниер. Это для здоровой кончики. Это для сухих кончиков маселка. В принципе, неплохой маленький формат. Достаточно удобно пользоваться. И вот от Yves Rocher здесь чуть-чуть осталось тоже. Выбрасываю, закончилось. Это было средство для снятия макияжа. Вообще ужасное, очень жирное. После него кожа жирная, такой, знаете, как будто бы маслом помазали. Некомфортно, я не люблю. Это двухфазная смывка. В общем, ужасное средство, мне не понравилось. И не сильно оно суперски снимает макияж. Так, ну все, наверное, все позаканчивалось. Локолют люблю, вот такие сенситив для зубов. Тоже классная паста. Все, выбрасываю. И вот это нужно все впихнуть в чемодан. Так что будем собираться и скоро уезжать. Все, мы уже в самолете. Летим в Польшу. Торопях, торопях, но все быстро успели, да, Юра? Торопях, торопях, но все быстро успели. Так прохладненько, класс, хорошо. Так что все, часов 11 будем в Польше, и потом в Польшу. Блин, я все красный, из Польши нам еще на двух поездах ехать. Будем в Минске. Как-то уезжает с такой легкостью, что думаешь, что скоро вернешься.
все. Хорошая нами мягкая посадка. Все, мы уже дома. С одной стороны, хорошо, что дома, потому что очень устали, дорога тяжелая. Мы замучились, мы сутки были в дороге, сутки почти не спали. С одной стороны, классно, что мы наконец-таки дома. С другой стороны, это очень печально, потому что хочется вернуться туда-обратно, потому что здесь, ну, вообще никак. Испания, Валенсия, я буду очень-очень скучать, и жди меня обязательно обратно. Я скоро вернусь. И сзади меня здесь куча хлама. Мы быстренько выложили некоторые вещи, которые покупали, там продукты, сыры, колбасы, там хамончик. И тут еще всякие новые мои, грязные, старые вещи. Нужно все это разобрать. И ждите следующее видео, я вам обязательно покажу, что я привезла. Так что всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал и ждите следующее видео уже с моими покупками из Испании. И всем пока-пока!